это идет! О, черт, вы видите, это банда! Он реально влезает ко мне в двор! О, черт! О, нет! Он напал на нас! Чё творим? Про меня зовут Серхио Неси! Просто сразу же бери подписываться на мой канал! Чтобы вступить в мою суприм-банду! Ведь, бать, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, про тебе не очень нравится быть под нами! Так что скорее вступай в мою суприм-банду, чтобы смысл на банде на ютубе! И суприм-банда, вы просто не поверите, что сегодня я хочу снять со своего дрона! На днях моя мама мне прислала сообщение, что в заброшенном доме по соседству кто-то поселился! И она говорит, что этот новый сосед очень странно себя ведет. Он практически не выходит на улицу, а если выходит, то только ночью, чтобы никто его не увидел. Вот видеопруф, который прислала мне моя мама. Жесть, банда, что за улыбка? Вы видели эти глаза? И что он такого делал, что так сильно испугался моего отчима и сразу же убежал? После того, как я увидел это видео, я сразу же приехал ко своим родителям, чтобы снять его со своего дрона. Узнать, чем же таким он занимается, что постоянно прячется от людей. Тем не менее, банда, давайте на это видео наберем 46 лайков. И тогда, банда, со своего дрона я сниму реального предателя Among Us. Я узнал логово, в котором они все прячутся, и хочу снять это со своего дрона. Так что мне скорее ставь лайк, а также, бро, подписывайся на мой инстаграм. В инстаграме, банда, я общаюсь со всеми вами. Подпишись на меня, напиши мне в директ и все, жди. Уже скорее отвечу именно тебе, так что будет скорее всего в описании, ставь лайк. А я тем временем, банда, запускаю свой дрон. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Я уже запустил свой дрон. Просто жесть, банда, все вы уже знаете этот дом. Потому что именно здесь, на крыше, я снял драку против реального Гринча. А также ранее еще здесь снял реального Cartoon Cat. Это была полная жесть. Тем не менее, банда, я думаю, что для начала нужно облететь всю местность, а уже потом лететь к тому соседнему дому. И я очень переживаю, банда, потому что этот мантек живет около моих родителей. Боюсь, что с ними может что-то случиться. Окей, тем не менее, банда, пока что ничего не видно. Я не вижу нигде этого мантека. Здесь вообще практически никого не видно, даже зверей. Вот этот дом просто, посмотрите, он полностью заброшен. Как вообще здесь хоть кто-то мог поселиться? Окей, тем не менее, банда, на территории моего дома пока что ничего не видно. Кстати, посмотрите, расстояние между домами очень маленькое. То есть ему вообще не составит труда пролезть ко мне в дом. Это такая жесть, банда, он может запросто оказаться уже в моем дворе. Окей, тем не менее, пока что его нигде не видно. Давайте будем понемногу подлетать к этому страшному заброшенному дому. Как вообще здесь хоть кто-то мог поселиться? В этом доме очень много работы, чтобы вернуть его обратно к жизни. Окей, тем не менее, здесь пока что никого не видно. По первому взгляду даже не скажу, что здесь кто-то поселился новый, потому что дом полностью заброшен. Здесь только немного поубирали ветки и все. В этом доме даже в некоторых комнатах нет окон. Как вообще здесь можно было поселиться? Окей, тем не менее, банда, я пока что ничего не вижу. Этот дом реально заброшенный. Просто посмотрите, вот я облетаю его вокруг. Просто жесть, банда. Я не знаю, как здесь можно жить. Он реально очень стрёмный. Я уверен, банда, что сейчас зимой там очень холодно. Все просто в зарослях, ничего не видно, ничего нету. Окей, давайте понемногу подлетим к окнам, позаглядаем в этот дом. Возможно, мы что-то увидим уже в этих окнах. О, черт, просто жесть, здесь такие заросли. Очень трудно что-то разглядеть. Тем не менее, банда, я пока что ничего не вижу. Здесь в некоторых окнах даже нету стекла. Просто жесть, как вообще здесь можно жить? О, господи, банда, в доме полная темнота, вообще ничего не видно. Я ничего лично не вижу. Тем не менее, банда, если вдруг вы хоть что-то увидели, напишите об этом в комментариях. О, черт, просто посмотрите, там трещина в доме. Это жесть, как вообще здесь можно жить? Окей, банда, посмотрите, вот в этом месте между домом и сараем было снято то видео моей мамы. Именно здесь они его и сняли, он был очень рядом около моего двора. Окей, тем не менее, я пока что ничего не вижу. О, черт, врезался. Просто жесть, посмотрите. Смотрите, по-моему, в этом окне даже нету стекла, вы видите, это банда? Такая жесть. Окей, я, в принципе, ничего внутри не вижу. Если же вдруг, банда, вы что-то увидели, обязательно пишите об этом в комментариях. Окей, тем не менее, давайте немного облетим, посмотрим в передние окна. Возможно, там мы что-то увидим. Это парадные окна, их видят практически все, кто проезжает около этого дома. Возможно, здесь мы что-то и увидим. Здесь даже есть занавески, просто жесть. Окей, я подлетаю, и практически ничего не видно. Не знаю, банда, очень трудно что-то рассмотреть. На улице очень светло, и поэтому все отражается в стеклах. Я ничего не вижу. Окей, вообще ничего не видно. Просто жесть.
есть? Господи, я только вижу, что лежит на подоконниках, и там что-то есть! О, господи, неужели этот новый житель уже что-то положил на эти подоконники? Окей, тем не менее, банда, я ничего не вижу, было даже видно, как машина проезжает. О, господи, ничего нету, просто полная темнота, либо же отражение улицы. Ничего не видно, банда, просто жесть. Окей, давайте взлетать понемногу. Я не знаю, что еще можно разглядеть в этом доме. Возможно, мы можем даже каким-то образом лететь в саму внутрь. Будет полная жесть, банда, если мы это сделаем. Окей, тем не менее, я ничего не вижу. Просто жесть, все заросли, как здесь вообще можно жить? Это очень стрёмно, банда, я не понимаю. Практически ничего не видно, тем более, что дом полностью продувает. Потому что вы сами видите, там есть трещины, даже некоторых окон нету стекол. Это просто жесть, банда, я не понимаю, как здесь вообще можно жить? Этот дом очень стрёмный, уже вообще нужно снести. Как этот человек вообще мог поселиться в этом доме? А что если это маньяк, и он просто в этом доме прячет все трупы, которых он убил? Мама говорила, что он уже здесь живет 2 недели. Он за эти 2 недели уже мог кого-то убить. Окей, тем не менее, банда, давайте продолжим наше наблюдение. Итак, банда, пока что ничего не видно. О, посмотрите, что это? Кто-то идет. О, черт, вы видите, это банда? Возможно, это тот самый сосед. То есть он все-таки вышел днем на улицу. Это просто жесть, куда он идет? О, черт, банда, это точно тот сосед, банда, посмотрите. Та же самая белая кофта. Это просто жесть, куда он вообще идет? Там же заросли. Черт возьми, банда, вы видите это? Надеюсь, он не слышит мой дрон. Потому что иначе он может просто убежать. Окей, он направляется к моему двору. Вы видите, это банда? Он идет прямо к моему двору, где я живу. Это просто жесть, банда, он идет ко мне в двор. Он реально идет ко мне, банда, вы видите это? Черт возьми, что происходит? Окей, я буду аккуратно его снимать, чтобы он не заметил мой дрон. О, господи, он прилазит через забор. Вы видите это? Он реально влезает ко мне в двор. О, черт! Это просто жесть, он перепрыгнул. Он уже в моем дворе. Вы видите, это банда? Просто жесть, что он делает? Банда, я же говорил, что это какой-то маньяк или какой-то вор, зачем он вообще влез ко мне в двор? Просто жесть, посмотрите, что он делает, он прячется. Он смотрит, и никого нету внутри. Но никого нету в дворе, потому что я уехал оттуда. Разве что в доме только Настя. О, черт, банда, просто жесть, что он делает. Он реально смотрит, и никого нету, он прячется. О, посмотрите, он вышел. Господи, банда, что это такое? Черт возьми, что с ним вообще происходит? Вы видите это? Куда он идет? О, черт, он заходит в сарай курям. Возможно, банда, он просто хочет украсть что-то поесть. Возможно, хочет украсть курицу или... Возможно, он просто ищет яйца. Тем не менее, банда пока что не понятно, он выгоняет всех куриц. О, господи, что происходит вообще? Нужно держаться как можно дальше от него, чтобы он не услышал мой дрон. А то иначе он просто убежит. Окей, тем не менее, банда, я понемногу отлетаю. Просто жесть, видите это? Это тип-убийца! Просто жесть, банда! Это реальный тип-убийца! Это просто жесть, он взял молот! О, господи, Настя, только не это! Господи, что происходит, банда? Настя, убегай, черт возьми! Это Джефф-убийца, это реально он! О, господи, мы только что видели с вами его лицо, это была полная жесть! Куда он идет, он пропустил Настю! Господи, разве она его вообще не заметила? Он идет в дом, только не это! О, господи, видите, это банда, просто жесть, что происходит? Черт возьми, Настя, убегай! Он нет, она возвращается назад! Скорее всего, она вышла на улицу, потому что услышала, что куры очень громко кричат! Она уже поняла, что что-то не так, вышла на улицу, но почему она не заметила Джеффа? Она просто не заметила его, он проник в дом, и она тоже туда вошла, черт! Он теперь может запросто и убить! Окей, банда, скорее понижаем яркость и насыщенность, чтобы мы могли смотреть, что происходит в доме через окна! О, господи, банда, посмотрите! Там стоит Джефф-убийца, вы видите это? Просто жесть! Он ждет, когда сюда войдет Настя! О, нет, Настя! О, господи, убегай, пожалуйста! О, черт, вы видите это? Он просто на нее набросился! Джефф-убийца набросился на Настю, только не это! Давай, Настя, сражайся, как я учил! Она убежала, просто жесть! Нужно срочно позвонить Насте и сказать, что я за ней наблюдаю! Окей, банда, я звоню Насте, я так за нее переживаю! Она в одном доме с Джеффом-убийцей! Он может запросто ее убить! Черт возьми, пожалуйста, возьми трубку, Настя, могу тебе помочь! О, господи, ну же, давай! О, господи, я вижу, Настя летает со своего дрона! Слушай меня, смогу тебе помочь выбраться от него! О, господи, банда, я облетаю весь этот дом, просто жесть! О, господи, я тебя не вижу! Такая жесть, банда, я так за нее переживаю! Вот и я вижу! Скорее прячься за дверью! Просто жесть, банда! О, господи, он идет сзади тебя, он идет по коридору! Он пошел дальше! Окей, Настя, это твой шанс убежать, и мы сейчас просто выбежать, давай! О, черт, просто жесть! О, нет! Он напал на Настю, посмотрите! О, господи, вырывайся, ты сможешь! Просто жесть, убедите, это банда! Скорее беги в мою комнату! О, господи! О, господи, окей, я отлетаю в своей комнате! Я вижу тебя, Настя, прячься, стой там! О, господи!
Мне тоже очень страшно тебя, Настя. Окей, сейчас я облетю, посмотрю, где он. Просто жесть, банда, ты реальный чеп-убийца. Итак, я облетаю, пока что я ничего не вижу. Погоди, окей, я его не вижу. Неужели он просто ушел? Его нету, Настя. О, господи, неужели он реально просто ушел, бросил тебя? О, нет, Настя, вот он около твоей двери. Не пускай его ни в коем случае. Это просто жесть, куда-то ушел. Куда он вообще уходит? Просто жесть, что происходит, банда, вы видите это? Он бежал на кухню. О, господи, он что-то ищет. О, нет, он берет нож. Просто жесть, тебе нужно быстрее бежать. Выбегай скорее с этой комнаты, беги в комнату родителей. Просто жесть. Окей, пока что его не видно. Такая жесть, банда, я так переживаю за Настю. О, нет, вот он входит, выбив комнату. Просто жесть, окей, я облетаю. Такая жесть, банда, стой там, не выходи, Настя. Очень надеюсь, что ты успеешь убежать. Просто жесть, вон, посмотрите. Он входит в моей комнате, он ищет тебя. Такая жесть, вы видите это? Окей, у него закрыта дверь, ты можешь запросить сейчас убежать. Быстрее выбегай, убегай от него. Окей, я пока что вас не вижу. Черт возьми, супрем банда, это такая жесть. О, господи, я вас не вижу, вот я увидел тебя. Просто жесть, господи, что происходит, банда, вот и он бежит за тобой. О, господи, супрем банда, вы это видите? О, нет, сигнал пропал. Настя просто отключилась, вы видите это? Просто жесть, нету никакого сигнала. Окей, тем не менее, банда, давайте продолжим наблюдать. Итак, повышаем яркость, уменьшаем насыщенность. Окей, тем не менее, пока что ничего не видно. Вот она убегает от него, просто посмотрите, банда. Это такая жесть, вы видите это? Вот и он выбежал, и видите, он бежит к ней. Только не эта калитка застряла. Она не может ее открыть, просто жесть, не поймал ее. Вы видите, эта банда такая жесть. Господи, Настя, пожалуйста, вырывайся, ты сможешь. Ты сможешь от него убежать. Просто жесть, банда, вы видите, это он тащит ее куда-то. Скорее всего, что он тащит ее в этот же дом. Я им говорил, что это реальный маньяк, это Джефф-убийца. Он реально может ее убить. Просто жесть, Настя, давай вырывайся, ты сможешь. Господи, что он делает, он просто ее затаскивает, вы видите это. Пожалуйста, Настя, давай, ты сможешь вырваться. Господи, ну уже, я не могу никак ей помочь, банда, я очень далеко от нее. Просто жесть, он затаскивает в этот дом, вы видите, он реально здесь живет. Просто жесть, что он будет с ней делать? Господи, Настя, так себя переживаю. Окей, быстрее полетаем в ходу. О, господи, что он делает? Он посадил ее на стульчик, и он пытается ее связать, вы видите, это банда. Просто жесть, он связывает Настю. Господи, что он хочет с ней делать? Только не это. Я так переживаю за нее. Господи, пожалуйста, Настя, вырывайся. О, черт, выходи, скорее отлетаем, банда. Просто жесть, вы видите, это реальный Джефф-убийца. Он вышел на улицу и что-то ищет, вы видите, это банда. Неужели какой-то лом, какой-то топор, что он хочет вообще сделать с Настей? Наверное, банда, он хочет просто ее убить. Это такая жесть, он реально что-то ищет, вы видите это? Просто жесть, Настя, она смогла выбраться, посмотрите, она убегает от него. О, господи, нет, она упала, он догоняет ее. Только не это, вы видите это? О, нет, он схватил ее, просто жесть. О, она его сбросила, посмотрите, она убегает. Гайд, он уже не успеет за ней, вы видите это? Он заметил дрон, банда, черт! Он реально злится, похоже на меня. Возможно, опять мой дрон его отвлек каким-то образом. О, господи, он что-то собирается кидать. О, господи, чуть ли не попал, вы видите это? Просто жесть, это реальный Джефф-убийца, мы стреляем с моего дрона. И он забегает обратно в этот свой дом. Просто жесть, супербанда, что происходит вообще? Он просто спрятался от моего дрона. Ой, я увижу, вон в окне, посмотрите. О, господи, такая жесть, он прячется. Он прячется от моего дрона, вы видите, это банда. Окей, мы уже всего сняли здесь, достаточно быстрее улетаем отсюда. Черт возьми, Суприм Банда, мне просто в это не верится. Давайте так, банда, 50 тысяч лайков. И мы ночью влезаем в этот дом Джефф-убийцы и снимаем все, что у него внутри. Тем не менее, банда, вот комменты из прошлого видео. Просто, говорите, какие шикарные. Идеальные комментарии. А просто, друг, ты хоть попасть следующее видео. Всего, что я позиционирую, уже нажать лайк, колокольчик и все, брат, уже на видео. Лайк, лайк, какой-то видео, бандит. Так что будет скорее, ссылка в описании, ставь лайки, бро, помни одно. Оставайся, вы шикарным, пока!